Ну, честно, не хочется, чтобы Россия осталась без кусочка Луны своего собственного. И, может быть, те проблемы, которые есть внутри страны, они решаются меньшими усилиями, меньшими затратами, не такими, которые на них тратятся. Это вопрос больше к организации, да, к чиновникам, к людям, которые имеют доступ к финансам и которые вообще по долгу службы должны принимать какие-то решения и нести ответственность за эти решения. Да? И все, что происходит на территории там, России, оно при желании